Привет! Это Reborn. У Дениски Крамышева вышел новый ролик, называется Игнор, по игре Rainbow Six. Давайте смотреть. Уверен, что будет офигенно, как и обычно. Погнали. Ворнинг недавно в Твиттере в русском. Так, секунду. Я узнал о триггер ворнинг недавно в Твиттере в русском, причем увидел. Но что это за очередное cancel culture? Ну, то есть это когда ты, знаешь, пишешь что... Какие-то странные слова, блин. Что-то, что может кого-то оскорбить. Ты должен написать ТВ перед постом. Этот ролик может кого-то оскорбить, пожалуйста, не оскорбляйтесь, это просто смехуёчки, мы всех любим. Мы вас тоже. Триггер ворнинг. Угу, понял. ТВ? Типа, осторожно, вас триггернёт? Ну, триггер ворнинг. А, ТВ, ТВ, понял, охуеть. Слушай, я думал, ТВ, типа телевизор. Ты можешь тогда перед каждым видосом в начале просто две буквы ставить. Вместо дисклеймера, да? Триггер ворнинг. Фидерворкинг, да. Это перед своими твитами можешь ставить. Знаете почему? Потому что Костян их порой комментирует. Да. Надо предупредить людей, что в реплеях пидоры. Абсолютно верно. Охуенно. Так. Ра-та-та-та-та-та-та. Получилось. Ну нормально. Фига себе. Слушай, да, интересно. Он вышел. А, да? И обиделся. Опа, тут нету лестницы. What the fuck? А, ну тут да, типа недалеко. Костян, по стелсу бежим. Что, сделали новую карту, что ли? Точнее, переделали. Там есть. Нифига себе, там у него шлейф из кровищи был. Мне вообще похую. А чё, слушай, я попытаюсь, чё за кораблик? Короче, отличный кораблик в игре War Thunder. Да. Чё за игра? Это реклама? А чё за игра? Великолепная, там столько техники, вы даже да не представляете. Костян, короче, подожди, Костян, ну сколько, ну 200, ну 300 единиц? Нет, ты что, более 1700 единиц. Серьезно? Чё так много-то, блин? И среди всего этого многообразия есть один особенный марафонный кораблик, который вот чувак себе собрал в ходе ивента и скоро получит, с чем мы его и поздравляем. А кто хочет так же, тот может перейти по ссылке в описании ролика Дениса и по ссылке последнего ролика Дениса по Rogue Company переходите. Ты чё, пидор? Это, видимо, новый, да? Как это называется? Новый стрим. Денис, я тебя осуждаю, как ты понял. Рот свой осуди, мразь. Ах ты, дурак. Как за вредность, она ИП, что ли? Чё? Нет, она с медикаментами просто токсичными работает. Токсичные медикаменты? Как могут быть медикаменты токсичные? Я чего-то не знаю, что ли? Дима технически тоже. Пошел нахуй. Я побуду токсичным медикаментом. Пипедикамент. Пипедикамент. Токсичный. Ну, блин, а вот это вот можно, интересно, пить? Ну, ладно, можно. Ну, это же не это. Ну, это же Костян, ну, да, чего вы ждали? Вы ожидали, что без происшествий, что ли, стрим пройдет? У них, по-моему, только на Твиче эти слова и промелькивают. Рында такая-то. ДМРК, что ли? Да. Как ты вообще ее поднять умудрился? Она весит килограмм 200, по-моему. Какое-то бортовое орудие с крейсера, блядь. Вот, и слушай его там. Это труп. Он за бомбой, скорее всего. Вот он, да. Ой. Неплохо. А где отдача-то? Бак выглядит настолько запойным, что у него пушка должна трястись, даже когда он не стреляет по-хорошему. Она, понимаешь, она... Так он трясущимися рук. Да, он компенсирует. А, она в противофазу его тремору, да, просто ведет себя. Да. Как ты неправильно ствол делаешь, Костян. Нормально, от бака много требовать не надо. Слава богу, он его еще правильной стороной вперед держит. Слава богу, он хотя бы на ногах стоит. Никто. Абсолютно никто. А Дима? Эй, пидор. На Твиче, да? После молчания. Ну ладно. Жалкая попытка. Никто не откликнулся, да? Это Дима там выкрикнул в окно. Такой сельский гриндер. Эй, пидор, никто не откликнулся. Дима такой, ну ладно. Сегодня одному спать придется. Знаешь, все такое, как будто говорит из-под стола. Тихо так. Из-под стола? Да. Я не придумал шутку про низких, придумайте сами. Эти ютуберы совсем обледились, блядь. Почему? Я просто куда-то рашу, но я не знаю где. Похуй, методом тыка найдем.
самотыка. Какой низкий юмор. Этот юмор настолько низкий, что Саня рассмеялся ему в лицо. Саня вообще даже не общается с нами больше. Да он дальше заткнулся и молчит, блядь. Да не, из-за тебя по-любому. Из-за ваших шуток над его ростом, ублюдки. Зачем ты? К чему вот это сейчас было? Мы не шутим об этом. Потому что Саня с нами... Мы говорим прямо, да? Перестал разговаривать из-за тебя. Ты что задумался? А он перестал разговаривать из-за тебя. Ну и все. Саня спустя две недели один такой просто что-то комментирует происходящее. Мы все молчим, сидим. Ебать, там что-то на двери написано. Че это? Что ты, пидор? Твой номер телефона. И ценник. Саня, доброе утро. Он просто момент поджидал, когда можно пошутить в ответ. Лен, у тебя есть бричин? Чего? Че это такое? Да пошел ты. Ну ты реально, ты всех уже просто затоксичил. Вы что такие зевотные сейчас? Да спать уже охота. Зевотные? Сколько там времени у них? Времени уже завтра. Второй этаж, походу. Как хорошо, что я не работаю завтра. И никогда, да. Блин, да, я тоже наконец-то. Да пошел ты, блядь. Не знаю, у меня все хорошо, у меня до сих пор февральские футажи нет. Фига себе, 27 октября, жесть! Почти год прошел, а они только сейчас это в ролики добавили. Не обработал. У меня, блядь, на годы вперед этого говна. Привет, 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 тебе один человек. Ой, боже мой. Ну что, где ты где? Я вот представляю я здесь. Разочарование Дениса, когда через полгода он будет разбирать по 2020. Так обычно это и происходит. Он хотел обняться, а ты от него убежал. О, красиво. Это было здорово. Лёня знает, куда ставить ловушки. Да. Надеюсь, блин, новая колда не будет весить гигов 150. Надеюсь. Будет весить 200, да? При загрузке каждой новой колды должна высвечиться надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий». Хорошо. Нифига себе, блин. Фига, вот это ты выстрелил. Я чё-то раздаю с револьвера сегодня. Неплохая у него бронебойность. Да ёбаный. Откуда? Под тобой прям. Вот сейчас. Короче, не, ну вот, ну не прям под тобой. Ты уж будь, так сказать, не настолько прям. Не настолько, да. Так. Оу, зря на ДМР-ку взяла. Красавчик. Хорош. Денис Горош. Чё, трусы в горош? Гома Горош, это что-то из Варкрафта. Да, Гома Горош, адский... Адский педрила. Гома Горош, пидорадский крик. Нет, вот это Last of Us первый. Это, по-моему, первый за 2 месяца играния японского происхождения. Ну как, японская консоль, японские деньги. Китайские фрилансеры. Американская игра, да? Или какая там? А с кем он воюет? У меня звёчь пытается. А, взорвался. Лёг. Сам себя взорвал? Я так и знал, что эти все закончат. Он причём всё на сторону стоял. Неплохо. Броню не взял, тот пидор. Андрюха, иди бери. Это такое следствие, если пидор, то Андрюха. Андрей молча пошел, взял броню. Он все-таки был, да? Так. Лёня! Красавчик! Добей! Красавчик! Они не подозревают, Лёня, сиди смирно. Под столом спрятался. В контейнере для переработки мусора. Там мне самое... Токсичные медикаменты. Место. Ой. Они подозревают, нет. Мне кажется, подозревали. Кажется, они подозревали. Кажется, они что-то знали, да?
Там Денису помощь нужна. Денис щербак. Но... Сгидали его. Сколько народу на меня выбежало, бля! Я что, двоих завалил, что ли, или что? Я был к такому готов. Охуеть. Че, они все вчетвером, что ли, выбежали? Они одного завалил. Только двое. Ты че, Денис, опять против колды у нас? Да мне колда надоела уже давно, я в нее играю всего раз в неделю. Не предъявляй особые требования к дотеру. Я понимаю. В принципе, не... вы офигели? Дота это офигенно. Плохо, что Денис еще может разговаривать. Куда вы хуй сос лезете? Какого хуя же сетку купил? Тебе там гей залезает в окно или че? Сайт живет над гей-клубом, и каждую ночь это хуйня просто по стенам такие. Какой там, я легенда. Не помню, чтобы там они по стенам лазили. Сайт запирается в ванной, обнимает собачку. А, спасибо. Спасибо, Дима. Что произошло? Это что, Дима произошел? Это желтая лестница, по-моему, у Костяна. В кабинете президента. О, господи, бог ты мой! Ой. Блядь. Саня! Опять? Сань, поставь этот бридж. Сань. На ее пути поставь. Блядь. Чтоб ты понимал, граната в нужное место килла мне оттуда прилетала. О, а я только сейчас заметил, что Саня больше не тардиграйт почему-то, и теперь у него 4 точки в нике. У меня ник спиздили. Занят тоже. Нифига. Угнали ник. Через 5 лет у Сани будет... А как это спиздили, если он был с ним? Что за фигня? Будет такая коротенькая шутка и дочь хуя на полэкрана. И Костя такой... Костя, по-моему, 3 раза кончить успел, пока он это произносил. У тебя не получается так же мерзко, как у меня. Тебе еще надо тренироваться. Ну-ка, покажи. У меня получается выглядеть куда более мерзко, чем ты, лох. Ну, это факт. Слушай, мне не так много надо сделать, чтобы выглядеть более мерзко, чем ты, поверь. Буквально 2 пиццы и позади щенок. Прям зад. Блядь, что он тут стоит? Так ноги качаются. Каким образом? Хватиться за край, правда. Охренеть. Нифига себе, он запрыгнул, а что так высоко? Слушай, он прыгает на 4 метра вверх, это выглядит вообще комично безумно. Мне что-то за бегущего чувака не понравилось. Какой-то неинтересный. Зато Касл не ебаться интересный. Конечно. Касл он родной. Ой, Касл стратегически выгоден. О, да вы стратег. В какой-то степени, да? А скажите что-нибудь на стратегическом. Квикмасс. Гранат справа. Спасибо, кто был. Блять, это мой ADS был, не за что. Да. Усама, слэп ю мама. Так. Бульк, обратно. Кот, что ты творишь, блядь? Что за... Ебаный пиздец. А этот Шрайер начал сразу харасить, типа, CD Projekt Rex за то, что вот у вас так. CD Projekt Rex. О нет, нас спалили. Таким выражением. Ты, по-моему, не закончил это хокку. Сакура упала в очко. Сереги. Пришло время возрождать старый баян. Блин, шикарно. Куда ты бежишь от меня? Я ж тебе таблетки несу. Давай, спасибо. Петина. Деда! У нас одни таблетки на троих. Отлично, спасибо. Проще бы тебя уже просто застрелить было, ну ладно. А чё, увернулся от твоего шприца? Да. Денис, а ты чё, усы отрастил? Нет. В штанах. Серёги! Ты что, ты сделал? Там это, Эйс свою хуйню бросил. Да ты! Что ты? Что ты творишь? О, господи, блин! Сука, хоррор! Он неожиданно выпрыгнул. Натуральный хоррор. Я видел, как вы с ним обнимались. Это было похоже реально на обнимашки. Так. Красиво упало.
Так. Это самое, в Dark Souls 2 было куча всякой дресни. Это Заки не дресня, это графика просто игры такая была. Да, это да, просто плохо нарисовано Dark Souls 2. Это не какашки у тебя по монитору были размазаны. Это игра такой видит. Сэр, это мое лицо. Эй, малой, у тебя тут какое-то говно. Спасибо. Это было офигенно, как обычно. Спасибо большое Дениске и его команде за такой шикарный контент. Лайки я уже поставил, но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.